just love to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of Берем три картонные втулки и небольшую картонку. Берем самую большую картонную втулку и вырезаем ее дно. Сначала вводим это с помощью карандаша. Так мы делаем у всех трех втулок. Поначалу я сделала два донышка, но на самом деле нужно одно, как я уже потом поняла. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you could. Вырезали, обрезали. Вот так вот она стала покороче. Намечайте примерно, как это у вас будет все выглядеть. И если сравнивать с маленькой втулкой, то она значительно больше. Надеюсь, видно. Далее берем горячий клей. И сейчас будем приклеивать одно донышко сверху каждой втулки. Для этого на этом донышке я по бокам клею клеем, по бокам нашей окружности, и сверху наклеиваю на втулку. Если у вас втулка будет немножечко больше выезжать за края, не переживайте. Увидите, что будет в дальнейшем. Теперь сверху, вот где я наклеила, тоже я все делаю, это делаю клеем. То есть стыки между втулкой и донышком. Вот так. Теперь берем втулки каждую и делаем вот такие вот подтеки. Это мы делаем наш воск, вот как будто он бежит. Делаем вот это мы таким образом. Капельками. Так мы должны сделать со всеми тремя втулками. И вот что у нас получилось. Берем небольшую картонку и рисуем на ней по типу капельки. Вот такую вот штучку. Таких нам надо сделать несколько. Побольше, среднюю, две средние и две самые маленькие. Теперь с помощью клея, это можно даже сделать с помощью клея ПВА, склеиваем все наши капельки. Склеивая их таким образом, немножко ниже, не сверху, а пониже. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never
И вот что должно у нас получиться. С помощью губки, похлопывающими движениями, наносим белую краску. У меня гуашь, но можно взять акриловую. Из картона вырезаем круг диаметром 14 сантиметров и радиусом 7 сантиметров. Примерно намечаю, как будут смотреться наши втулки на подставке. И с помощью горячего клея я приклеиваю втулки к нашему кругу. Вот что у нас должно получиться. Сверху я также проклеила клей. Не переживайте, его видно не будет. Потом вы увидите, как мы это сделаем. Сверху я все дырочки также проклеила клеем или где-то не доставала клея. И потом мы это все тоже заклеим, закрасим белой краской. Теперь клеим к нашим. Я делаю это тоже с помощью горячего клея. Вы можете это приклеить даже с помощью клей-момента. И вот что у нас получается на данном этапе. Теперь мы будем украшать подставку для наших свечей. Для декорации подставки я взяла мишуру и шишки. При помощи горячего клея я приклеиваю мишуру к нашей подставке, к нашему кругу. И вот здесь, между дырочек, между двумя втулками, я приклею шишку прямо на мишуру. Это будет самая большая шишечка, и две поменьше я клею по бокам этой шишки. Оставшееся пространство на подставке я также заделываю мишурой. И вот что у нас получается. Также около шишечек я приклеила три бусинки. И вот такой замечательный новогодний декор у нас получился. Он отлично впишется в новогодний интерьер и очень красиво будет смотреться. Если вам понравилось это видео, то поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и пишите комментарии. Если вам нравятся такие идеи из стулок, то я буду снимать еще. С вами была Катя, и всем пока-пока.
С наступающим праздником! Still have fun for now. Oh, we can still have fun.